Доброго времени суток, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня мне пришла посылочка с магазина «Я моделист», за что огромная благодарность магазину. И сегодня хочу распаковать ее, показать вам, что мне пришло в посылке. Также хочу для многих порекомендовать этот магазин. Отличный, хороший магазин с широким ассортиментом моделей, модельной химии, красок, инструментов. И также хочу еще рассказать, что мне в Беларуси прислали его с помощью транспортной компании СДЭК. Офисы данной компании находятся в городах Брест, Гомель и Минск. И стоимость доставки с магазина «Я моделист» в 3 раза дешевле, чем если бы отправляли посылку Почтой России. То есть буквально в 3 раза дешевле. Вот. Также посылку можно забрать как с офиса компании, а также заказать ее можно с доставкой на дом. Конечно, по другим регионам Белоруссии это будет дорого стоить, но в такие города, как Брест и Минск, и Гомель, это получается довольно-таки дешево и быстро. Посылка в Минск прибыла за 4 дня. Поэтому вот смотрите сами, насколько быстрее и насколько дешевле можно сэкономить и заказать. Даже те же новинки в магазине «Я моделист» появляются в любом случае намного раньше, чем в наших магазинах Беларуси интернет. Поэтому обратите внимание, магазин отличный. Вот накладная. Вот. Адрес на терминал, улица Стариновская, дом 31. Вот, это в Минске. Ну и что мне пришло? Все отлично запаковано. Вот в такой коробочке. Завернуто в мягкую пленку из пузырьков. 3 модели. Ну, сейчас посмотрим, что это за модели. Обзоры по моделям будут сделаны отдельно, выложены сначала на сайте магазина «Я моделист», потом вы их можете посмотреть на моем канале. Еще раз хочу повториться и сказать огромное спасибо магазину «Я моделист» и всем тем, кто предоставил мне данные модели. И что мы имеем в наличии? Скотчем немножко повредилась упаковка. Tamiya Su-76M. Вот такая вот коробочка. Все целое, не помятое. Ой, литнички упакованы в пленку. Все отлично. Никаких проблем. Вторая модель. Извиняюсь, если там рука будет закрывать объектив. Коробка очень большая. Надо аккуратно подвинуть, чтобы ее открывать. Все упаковано просто отлично. Все
Т-72Б3 от фирмы Мэнг. Тоже, как видите, все отлично. И новинка фирмы ICM. Королевский тигр. Тоже довольно-таки интересная модель. Также это новинка. Интересно будет ее собрать, посмотреть, как модель в сборке, сравнить с другими моделями. Хорошо закрыто. Такая большая коробка на королевском тигре. Самое интересное, что даже коробка больше, чем у мэнговского Т-72. Все надежно упаковано. Вот так вот это все лежит в литниках, в пакетах. Литники в пакетах. Все отлично. Вот такая вот посылочка с магазина. Короче, все понимаете, какая радость. Спасибо, друзья. Кому интересно, смотрите данные обзоры на данные модели. Сначала изучу модели получше, посмотрю, покручу в руках, чтобы потом сделать объективный обзор, чтобы показать, поделиться. Может, что-то понравится, что-то не понравится, расскажу об этом отдельно. Все, спасибо, друзья, что остаетесь на моем канале, что смотрите, комментируете. Спасибо вам большое. До встречи.